Всем привет, доброе утречко. Время без 28. Каролине в школу, она забыла сделать уроки. Тебя же спрашивали, Каролиночка, вчера. Уроки надо? Давай теперь решай. Ну тут быстренько ей нужно порешать. Сегодня фотографироваться будут в школе. Да я его быстро поглажу. А то она мятая. Сейчас мы отвезем детей в школу, в садик. И, скорее всего, поедем за продуктами. Ну и посмотрите, как проходит наш день без девочек. Чем мы будем заниматься сегодня. Готова? Молодец. Зубки почистила? Нет. Давай. Быстренько. Пристегиваемся. Так, мы поехали по делам. Ой, эта песня сразу включается, как мы садимся в машину. Вчера было так жарко, 31 градус, мы ездили на озеро, детки немножко покупались, отдохнули вчера. Вот такой я хочу. Сейчас посмотрим, какую выбрать, какую модель. Нутелла, посмотрите, мир Нутеллы. Макс, хочешь Нутеллу? Уже есть. Баночки, у нас есть уже, мы уже купили. Что, мы поехали домой, купили пылесос, но заберем мы его только во вторник, потому что у них закончился, нет в наличии. Хотела я один пылесос, посоветовали нам другой, ну, в общем, рассказали все плюсы, все минусы, и все-таки мы взяли пылесос немецкой марки Bosch, это же Alemannia? Bosch, в общем, у Bosch там два аккумулятора, если один сел, то можно поменять на второй и другой уже заряжать, потому что ну, с одним нашу квартиру убирать, у нас квартира большая, поэтому нам будет, мне кажется, удобнее два аккумулятора. У Dyson аккумулятор нужно менять через каждые 3 года. У этого аккумулятора есть срок годности, нам сказали, что через 3 года его нужно будет выкидывать, покупать новый. Новый стоит где-то $200-300 примерно, так плюс-минус. И во вторник привезут. Раскупают, говорят, эти пылесосы очень быстро, поэтому в наличии у них нет, закончились. Во вторник мы поедем, заберем, мы уже оплатили. Папа себе купил вот такую вот штуку, массажер. Так, что здесь показывает? Ну, в общем, массажировать будет спину себе. Вот, тут тоже много насадок разных. В общем, сейчас приедем, откроем. Ну, а мы решили уборкой заняться, все пропылесосить. Бонни очень сильно линяет. Шерсти просто много-много, очень много, видите, везде. Надо помыть диван, весь в пятнах. Вот, так что будем сегодня заниматься уборкой. Вот как за месяц появляется столько мусора под диваном? Просто вот вы специально закидываете туда, Макс, а? Столько игрушек под диваном. Не ходи там пыльно. Как можно закидывать это все, я не знаю. Угу. Ужас просто. Месяц не убирали под диваном. Нет, мы так диван не оставим, потому что это сильно близко к телевизору. Так нельзя смотреть телевизор. Мы сейчас немножко перекусим и поедем купаться. Туда же, куда и вчера ездили. Шли вам купаться. Купаться, да. Ты тоже? Нет. Нет, я купаться не буду, скорее всего. Потому что там пляж и... С собаками не пускают, поэтому. Бонечка останется дома. И для нее это жарко очень. Так, я себе сделала такой бутерброд. Черный хлеб, рыбка красная и яичница с чаем. Макс уже покушал, что ли? А, кстати, нам нужно диван на место поставить. Но все равно я к этому шуму очень привыкла. И для меня в такой тишине сидеть, это очень странно. Никто не смеется. Знаете, вот нет этого сумасшедшего смеха. Макс и Каролина, они такие спокойные, оказывается, они очень спокойные. Они самостоятельные, они занимаются своими делами постоянно. Постоянно что-то делают сами, тихонечко, спокойно. Никто не ругается, не кричит, не дерется. Теперь я понимаю, что когда Маргарита и Ксюша дома, то они начинают всех доводить, заводить. Дома тишина просто. С одной стороны, конечно, хорошо, но все равно мне нравится больше, когда шумно. Весело. Вот так. Скучновато. Все, готовы? Поехали, выключай телевизор.
поедем и покупаемся немножко. Вчера мы поздновато приехали, а там пляж открыт только до 8. Да. Мы приехали, и буквально у нас полтора часа было. Поэтому мы сегодня едем пораньше. Время сейчас 3 часа. Нет, конфеты там растают, не нужно, там жарко очень. Да, и будет как вода. Да, будет как вода. Куда побежал? Нет, это не Данил. Даже в тенечке жарко. Очень жарко. Народу много. Вчера, конечно, мы поздно пришли. Было... Вчера мы уже пришли поздновато, и было мало народа. Сейчас пляж полный. Сегодня прям тина плавает. Водоросли плавают. Так, еще один набор у нас для песка. У нас же есть дома. Еще один купили. А вон Макс купается на водяной штуке, на водяной лодочке. Надувной, то есть. У нас столько надувашек дома, мы что-то не взяли, вообще ничего не взяли. Мы вообще-то их убрали, нужно будет уже доставать. Мы еще на пляже, время уже 6:30. Сейчас будем собираться, в 7 часов поедем к бабушке, заедем в гости и домой. Все, накупались, назагорались. И едем домой. Ой, то есть не домой, к бабушке. На бабулю. Не на бабулю. Едем на бабулю. Едем домой. Нет. Едем к бабуле, а не на бабулю. Как мы можем на бабулю уехать? Бабуля... Ай, русский, русский твой, смешной русский у тебя. А бабуля моя, баба Галя зовут. Баба Галя? Где баба Галя живет? Очень высоко. Очень далеко, скажи. Да. Давай, садись, Каролин, пристегивайся. Еще раз грязный. Ничего страшного. Сейчас у бабушки будем кушать. Поехали. Ой, какая жара в машине. Печка. Включаем кондиционер. Все, пристегиваемся. Едем на какой этаж? 4-й. Может, на 4-м жили этаже, да? Мы ходим. Опять пришли к нам в наш бывший дом. Мне так нравится вот этот цветок. Почему-то он у меня так не растет. Смотрите, какой он красный. У меня тоже был такой красный, но почему-то позеленел. Очень большой, красивый прям. Мам, смотри, какой огромный просто. У меня почему-то так не цветет. Ага. Красота просто. На выходные приедешь к бабуле, потому что завтра у тебя школа. Потому что у Маргариты совсем нет памяти. Все, что я сегодня наснимала, и то я снимала немного, и все. Мне пишут, что нет памяти. Детей уже уложила спать, они очень устали. Сегодня прям так хорошо покупались. Полчаса 3 или 4 они точно купались. Я не знаю, сейчас буду. Да кто не спит? Иди ложись спать. Почему ты не забираешь? Сейчас заберу. Я не знаю, сколько там я наснимала. Наверное, скорее всего, получится коротенький влог. Вот, ну, как получилось, поэтому я сейчас буду монтировать и спать. Так что увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока. Пока.